Нидерландская компания Protex представила крупнейшую в мире ферму по выращиванию насекомых. На церемонии открытия побывал даже король Нидерландов Вильям Александр, погрузив свои руки в землю с личинками. Территория предприятия 14 тысяч квадратных метров. Фабрика находится в городе Берген-об-Зом возле границы с Бельгией. Выращивают здесь черных львинок. Эти двукрылые, а точнее их личинки, являются отличным источником протеинов. Используют их в качестве корма. Обеспечивая весь цикл их жизни под одной крышей, мы можем перерабатывать пищевые отходы в высококачественный протеин. Это наш вклад в замыкание пищевой цепи и установление баланса в природе. Эта муха известна своим быстрым ростом. Ее разводят благодаря отходам сельского хозяйства при искусственном освещении. Личинки моют, а затем перетирают в пасту. Потом ее используют как корм на рыбных и птицефермах. Также материал добавляют в корм для домашних питомцев. Мы экономим сразу два больших ресурса. Во-первых, используем пищевые отходы, то есть еду, которую производят, но не потребляют. Во-вторых, спасаем рыбу в море, поскольку можем заменить рыбную муку. Мы также помогаем экономить землю, на которой в противном случае выращивали бы сою. В настоящее время европейское законодательство запрещает использовать в корме для скота белок животного происхождения, чтобы предотвратить распространение коровьего бешенства. Однако Protex добивается того, чтобы для нее сделали исключение, поскольку она не может быть распространителем заболевания. Кроме того, остаточный от производства личинок материал компания продает как экологическое удобрение.